to win! Только уже дубль 2, дорогие друзья. Как вы видите, я снова нахожусь в месте, где можно качаться и гриндить. И это лучшее место для прокачки в игре. Вот мы получаем левел, и это 48 уровень. Это максимальный уровень в игре Kingsfield. Ну, а на ваших экранах, собственно, как вы поняли, игра Kingsfield. Это классика, это первая 3D-RPG на PlayStation 1. И мы уже получили сегодня максимальный уровень в этой игре. Но при этом мы можем все равно добить экспириенс до 99999. 49 нам при этом не выдадут, друзья. Однако, можно продолжать прокачивать магию. То есть, если вот здесь вот магией выносить големов, то характеристика Magic, который у нас сейчас 169, будет качаться. Так что я потом в перерывах между частями еще ее покачаю. Но вообще качаться здесь это истинное удовольствие, потому что из этих големов падают перчатки, но они вот сейчас уже исчезли, надо было их брать. Так, где они? Сейчас вам их покажу. Вот, вот эти перчатки Stone Hands. Их у меня сейчас две штуки, но было больше 20. Я их продал, и они продаются по цене вот этого замечательного драконьего фрукта. И что же, друзья? Пока мы полностью используем нашу ману, то где-то 2-3 перчатки... О, кстати, вот сейчас магия выросла. И вот она 170. 2-3 перчатки нам падает. Соответственно, здесь не только можно комфортно прокачиваться с помощью магии, потом покупать драконьи фрукты, чтобы эту ману восполнять, так еще и мы в плюс будем уходить. Да, вот, вот первые выпали сейчас, смотрите, мы израсходовали даже две пары. То есть, все, мы уже ушли в плюс. Мы только один драконий фрукт использовали, а уже получили несколько перчаток. Короче, очень классное место. И у нас почти 99999. Давайте добьем уже до 99999. Это будет отлично. И теперь мы можем двигаться дальше с максимально заполненным экспириенсом. Так, ну здесь еще надо прочесть, где наше зеркало, об этих големах. Это новые големы. О них мы еще не читали. Это у нас каменные големы, друзья. Камень, в который кто-то вдохнул жизнь. Его сила и высокая защита делают его грозным противником. Хотя из-за его низкого интеллекта он просто постоянно атакует в одном направлении. Ну, вот да. Я не знаю, насколько он грозный, но знаю, насколько он классный для прокачки. И тоже, теперь вы знаете, что в игре 48 уровень максимальный. Посмотрите, у нас 48 уровнем 1001 единица здоровья и 652 маны. Можно ли будет как-то еще их поднять? Ну, к концу игры попытаемся найти, может быть, какие-то способы. Хотя, вероятнее всего, это тоже предельные значения. Так, ну, ой-ой-ой. Ну, бомбить их здесь, конечно, вот эта атака, это просто прекрасно. Дальше. Что я хотел показать вам дальше? Я обещал это показывать. К оружию, которое мы недавно нашли. Вот этот огненный меч. Отлично прилагается заклинание Fireball. Оно срабатывает так же, как игла света со шпагой. Не всегда получается, но сейчас попробуем. Вот, вот она пошла. Очередь из фаерболов. В общем, вот такой вот автомат. Так что тоже можно юзать. Это тоже было приятно открыть. Ну а теперь четвертый этаж. Четвертый этаж. Я думаю, самый коварный, самый запутанный и самый сложный. Но для нас не будет сложно. Мы с вами максимального левела. Но если так, то посмотрите на него. Хотя вот если с этой картой новой смотреть на другие этажи, они кажутся тоже, знаете, непростыми. Давайте пройдемся сейчас направо. И вот там наискось есть проход. Походим там. Я только верну оружие, которое было.
показал вам, что можно с фаерболами юзать Flames World. Пользуйте на здоровье. Не знаю, можно ли будет отключить эти ловушки. Пока приходится просто, да, вот так получать по морде. Вот он получил насмерть, хотя у него и был драконий листочек, он ему не помог. Я пошел продать несколько кровавых камней, у меня их там уже больше 80. И я понял, что их нельзя продать сразу все, а нужно по одному. Наверное, мы их не продадим никогда. Вот, еще один кровавый камень. Но, помимо этого, дорогие друзья, я попродавал наши броньки, наше оружие. Оставил всего по 2 единицы. Вот здесь лучше всего посмотреть. Те, которые, понятно, по одной, мы нашли по одной, вот такие, как Flames World. Ну, а те, которые были по несколько, оставил по 2. Может, какую-то где-то, знаете, нужно будет отдать. Ну, и чтобы мы могли всегда одеть. Вот эти перчатки мы пойдем продавать. Знаете, что на этих големах лучше всего фармить. Перчатки эти по 1500 продаются. Так, хорошо. Хорошо, друзья. Впереди какой-то солдат, но он как бы не похож на обычного трупа. Он шевелится. Ух ты, да, с ним можно поговорить, он еще жив. И он говорит: командир, черный рыцарь ударили друг друга одновременно. Сказали взять мне его меч. Думаю, я не смогу это сделать. Оставил его в могиле. Так, это, видимо, командир сказал ему. Еще что-то скажешь? Ну, а нам, наверное, нужно найти этот меч какой-то из могил. Да, еще есть у него реплика. Сила меча дракона. Магическая сила меча продолжается. Техника. Так, ну видно, что он в ужасном состоянии. Тоже говорит какими-то обрывками выражений. Очень жаль. Все. Это все. Похоже, он... Ну, он еще тут шевелится, но похоже, он умирает окончательно. Так, это что за комната у нас? Ага, ясно. Давайте далее. Здесь просто усеяно все трупами. Наверное, максимальная группа дошла сюда. Группа с максимальной численностью. Может, эти ловушки были выключены, а потом они активизировались как раз в момент, когда они сюда пришли. Так, на одном из них короткий меч. Поэтому они погибли под ними. Так, я что-то не пойму. У меня на карте нарисованы проходы. А, проход все-таки, да, там пораньше. Ну и здесь вот как бы тоже вроде есть проход. Ну-ка. Или я что-то путаю? Угу, это противоположная стена. Хорошо. Тогда к этой стене. Дверь. Устойчивые у меня ассоциации с логовом чужих из контры в этом уровне, не знаю почему. Здесь закрыто. Я думаю, нам предстоит найти здесь много еще закрытых дверей, которым наши ключи не подойдут. Пора искать новые ключи. Они откроют и эти двери, и те, которые были закрыты на предыдущих этажах. Буду часто обращаться к карте, так как она стала полной, это может быть весьма полезным. Давайте сходим сюда. Стены впереди
так бликуют, как будто они содержат секретные двери, но нет. Пол тоже, если видите, также бликует. О, ребята, слушайте, а я так долго берег вас, думал, вы больше не попадетесь мне, а вы даже здесь есть. Light Needle. Нет, Lightning Ball. Да. Ух ты. А это дверь? Или это просто такая стена? О, это дверь. Но ее открытие, конечно, много стрел позволило вонзить мне, знаете сами куда. Так, здесь надпись. Много солдатов умерло. Это правда. Не знаю, кто ее оставил, но тут мы не пройдем. Вообще, конечно, можно проверить, но вряд ли. Обычно это... Да, это смерть. И здесь похожая у нас ситуация. Так, ладно, терпим боль. Еще ловушки. Куда же нас заведет это место? Да я таких только что продал штук 20. Покупал фрукты. Тактика такая. Вы на полную ману выносите тех големов вот этим заклинанием. Из них хотя бы если одни или двое перчаток дропнутся, это уже отлично. Идете их продаете, покупаете драконьи фрукты. Ну и все. Цикл повторить можно до бесконечности. Я довольно быстро прокачался до 48-го, это максимальный уровень в игре. Необычно. Вот тоже согласитесь, необычно. Редко, когда в игре бывает такой вот 48-й уровень максимальный. Я не говорю, что именно 48-й, но, допустим, на 36-й или 53-й. Обычно это ли 99-й зачастую. Либо какое-то такое круглое число, типа 50-й, там 105-й. А вот так вот. Это, ух, сейчас мне в лобешник налетит, еще и отравился. Ой-ой-ой-ой. Но туда мы так и не вышли. Хотя там, похоже, ничего нет. Так, вылечусь. Окей. Далее пойдем. Ого. Я не пойму, кто мне... Опачки, здравствуй. А это у нас новый приятель. Такой... Дамаг наносит просто и... Не выдает себя. Ух, он прыгает. Посмотрите, какой грозный. Это страшно. Мертвый боец. Доспехи солдата, убитого черным рыцарем. Он использует меч, чтобы атаковать любого, кто находится поблизости, ловкими движениями. Поскольку это доспехи, его защита высока. Крутой. Очень крутой. С удара, думаю, положим. Нет, я не попал по нему. Сразу так я и не понял, с удара он ложится или нет. У нас максимальный уровень, если нет, то он действительно крут. Так, эти набалдашники, это, конечно, все замечательно. Куча ловушек. Где это мы? Угу. Ну ладно. Главное не упасть. Потихоньку будем исследовать. Нам сейчас лучше всего бить только магией, чтобы качать магию. Опыт нам уже все не идет. Так что вот так. Посмотрите, какой саркофаг. Так. Это продадим. А здесь еще один призрачный посох.
музыка на этом этаже не дает расслабиться. Ой, хорошо, через стену сплэшем взяло двоих. Это выглядело клево. В яму. Я думал, полетит в яму. Так, я уже запутался. Я пришел отсюда, да, там вот эти доспехи. Упал классно. Так. Слушайте, или тут их двое. Наверное, все-таки я оттуда пришел. Понимаете, друзья, что эта игра была еще до Diablo, даже до Diablo 1. Я его и подразумевал. Но кто-то может подумать о Diablo 2. До многих игр. И это такая прям хорошая RPG-шечка. Так, теперь куда мы зашли? Все верно, сюда я и хотел. Ловушки, ловушки. Там, кстати, может быть проход. Ух ты, черный дракон. Это щит. Спешим одеть. Давайте посмотрим на нашу защиту. 22, 12, 11, 7, 3. Одеваем. Очень круто выглядит. 24 13 14 7 3. Также остается, но эти все характеристики поднялись. В этой могиле лунный камень, в этой прекрасный фрукт. Это ничего, но фрукт тут поможет вылечиться после ловушек. Надо еще проверить эту стену. Да, 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 я чувствовал, ну просто просилась эта стена на проверку. И на проверку она оказалась содержащей секретный проход за карту. Значит, видите, и на этой карте есть места, что называется, за картой, друзья. Вот давайте еще раз взглянем. Видите, где мы ходим? Так, а эта дверь начало? Нет, сундук. Так, что-то я не помню. Были ли мы здесь? А, это, видимо, то место. Так, на всякий случай сохранюсь. Да, понятно, что это за место. Ну вот, связь есть в секретном проходе. Так, ладно. Эти стены тоже надо будет проверить. Все сделаю. Но пока пойдем дальше. Практически избежал урона, всего одну поймал. Так, теперь вот по сторонам можно ходить. Надо понять, где эти проходы по сторонам. Вот это, видимо, первый, да? Такой проход. Ну-ка. Да, точно. В могиле был кровавый камень. Не сюда.
Здесь просто ничего. Это у нас второй такой отсек. В третьем есть сундук. И в нем рыцарский меч. Так, куда мне? Теперь я что-то теряюсь. Сюда. Очень часто этот боевой топор падает. Наверное, чаще всего из оружия. Я даже когда продавал, их было больше всего у нас. Так, здесь нету прохода. Медицинская эта трава, она уже тоже у нас скоро не будет помещаться. Сколько? 79. Даже одну скушаю. Вообще неощутимо. Но поскольку жизни у нас уже 1000. А теперь скушаем фрукт. Так, здесь сохранение. Снова Battle X. Чисто. Тоже интересная комната. Перед нами что там интересно? Может, это храм какой-то? Много очень проходов. Кстати, сейчас с моей экипировкой вот эти ловушки нам не наносят урон. Смотрите, мы можем спокойно на них становиться. И это тоже одно из наших достижений. Проходов, правда, очень много. И два из них вот в параллель лестницы, по которой мы спустились. Может, давайте с них начнем. Надо найти что-то, что поможет нам преодолевать эти ямы. Иначе мы не доберемся в противном случае до некоторых сундуков. Я помню, что они были за такими ямами. Так что будем искать. Это может быть предмет, типа каких-нибудь сапог левитации. Это может быть магия. Это может быть еще что-то. О, кстати, да, ловушка подписана. Вот такая игра была на PlayStation, Pitfall 3D. Кто-то, может, играл. Это игра, которую я сыграл всего раз, я точно помню. Вот у меня попался диск. И один вечер я конкретно в нее засел. А следующий день уже диск у меня... Ну, его нужно было возвращать. Так я больше не играл. Так, теперь вот сюда сходим по сторонам, да? Но здесь есть связь. Так что начнем мы вот с этой стороны. Четвертый этаж переполнен големами. К глиняным добавились каменные. Пацаны просто
падают к моему приходу. О, и этот сундук мы сейчас никак не возьмем из-за ловушки. Здесь пока не буду ходить, и я вернусь сюда позже. Всегда интересно, вот что в том сундуке, который сразу не возьмешь. Там, видимо, что-то совсем крутое. Или вот не обязательно. Как увидим, то сразу поймем. Но они очень искусительные. О, магия выросла. Это замечательно. Так, теперь идем. Ну ладно, давайте еще эту лесенку. Так, немножечко зацепим. Я не знаю, есть ли какой-то предел прокачки магии. Вот у нас сейчас 171. То есть ли у нее максимальное значение? Не знаю, друзья. Да, я так и знал, что это связь. Она вот здесь. Опять же, непонятно, сможем ли мы пройти тут. Давайте проверим вместе. Да, тут мы можем пройти. Тут какая-то особенная могила, посмотрите. Ух, ничего себе, это можно взять? Драконий меч. Какой крутой, он напоминает мне меч Клауда. Вот у Клауда меч Ультимы в 7-й части, помните? Очень похож. Так, давайте посмотрим на наши параметры. 7, 3, 4. Два, десять, два. Вот у него атака. Чоп. Большая. Сколько здесь этой травы? Мне бы влезла она вся. Слушайте, это какое-то уникальное надгробие. Ну, просто как грейвстоун подписано. Может, его можно зеркалом истины изучить? Нет. Такого не было еще. Интересно, эта трава здесь выросла или ее принесли просто на могилу? Запомните по карте. Вот это место. Тоже находится за пределами карты, но здесь мы взяли вот такой меч. Так, это я понимаю, все-таки туда нас ведет, да? Да, я пока не пойду сюда, друзья. Давайте там продолжим исследование. Соскользнул. Соскользнул во второй раз. Вы хотите сказать, что я сюда могу пройти, а отсюда не могу выйти? Вполне возможно. Ух ты. Очень интересно. Как же я сюда прошел? Не, ну это видно как-то возможно было. Хорошо, эта дверь откроется. Ой, какой-то тут звезда Земли, Сатурн. Храм. Чё, закрыто? Слушайте, не говорите, что я не смогу отсюда выйти. Ну, понятно, что у меня есть всегда возможность воспользоваться зеленым драконем, ну да. Но, видимо, это и все, что нам остается. Хм.
Занятно. Сюда, то есть, мы как-то прошли. Я почему здесь остановился? Я все-таки хочу понять, это у меня с руками что-то? Или реально сюда пройти можно, а назад нельзя? Да, похоже на то. Ну ладно, давайте используем возврат. Ну, не подойти сюда и не добиться очередных перчаток из них. Всегда хочется, знаете. Особенно классно так запускать магию, чтобы они появлялись уже трупами. Вот они еще успевают двигаться. О, почти. Так, перчатки выпали. Спасибо, спасибо. Да, перчатки я, собственно, за этим здесь. Голду забрал. Все, счастливо оставаться, ребят. Так, ну можно. Можно скушать. Так. Пойти туда же и пройти вверх. Или же вот сюда пойти. Тут тоже у нас, по сути, идентичная конструкция. И она замкнутая. Из нее есть только один проход в центральную часть, а потом в восточную. Ну давайте, чтобы долго не идти, в этот раз сходим. Упал. Так. И вот мы снова в очень похожем месте, можно сказать, даже в зеркальном. Куча проходов. Давайте начнем с этого. Спрятался там. Тут только два голема. Ну, очень кайфово, когда у вас уже высокий левел, и маны хватает на то, чтобы много раз юзать эту супер крутую способность. Готов. Ух ты! Ты не враг? Напугал меня. Это не враг. Это какой-то дух. Так, давайте посмотрим, что он нам говорит. Несмотря на то, что они убили друг друга одновременно, нам об этом еще тот стражник говорил, который умирал. Я не думаю, что кто-то когда-либо сможет победить Черного Рыцаря. Поскольку твой отец сделал такой замечательный поступок, я оказал ему услугу и создал его могилу. Ну или как? Сделал, устроил его могилу. Так, а еще что-то скажешь? Давайте еще... Ладно, да. Надо будет применить к нему зеркало истины, конечно же. Сначала посмотрим, скажет ли он нам еще что-то. Нет. Видимо, это все. На этом этапе. Так, теперь тогда... Что нам скажет о тебе зеркало истины? Злой темный маг. Мы о нем тоже слышали. Правая рука бывшего короля. Он искусен в магии земли и может воскрешать мертвых, чтобы они выполняли его приказы. Он кастует заклинания «Проклятие» и «Тьма». Но так, если так, то почему бы его не вынести просто? Видимо, пока у нас нет нужных способностей. Запомнить, где он. Да, понял, в этом отсеке. Так, ну давайте теперь по сторонам походим.
Вот там, наверное, что-то крутое лежит в том надгробии. Не зря перед ним ловушка. Значит, надо будет возвращаться. Но если оно будет пустое, это будет интересная ирония. Собственно, все здесь довольно закономерно. На четвертом этаже последовательно исследуется, и карта более пугающе выглядит, чем этаж есть на самом деле. Я имею в виду по запутанности. Так, это что откроет? Это откроет эту дверь. А куда она ведет? Ну, мне туда нужно, но просто не сейчас. Пока не пойдем. Я надеюсь, она теперь... Да, понятно. Она теперь не будет открываться сама по себе, только этой кнопкой. То бишь, с той стороны... не получится открыть. А големов тут и правда много. Еще один башенный щит. Тоже было их несколько. Три, по-моему, я продавал. Помню один точно. Ну и вот этот тоже пойдет на продажу. У нас щит дракона очень классный. Так, мы в центральной части, получается, этого места, да? Ну да. И проходы соединены, можно пройти... собственно, здесь и спуститься туда. Достанешь? Достал. И тебя достанем. И тебя тоже достанем. Так, а там мы видим дырка, не пройдем. А, это все-таки такая ловушка, тогда пройдем. Я думал, это... Да, вот такая. Супер. Обошли поверху, теперь последний центральный проход. И тут снова этот приятель. Ух ты, он тут охраняет. Ну не охраняет, а рядом с ним есть драконий фрукт. Вряд ли мы его достанем, не упав. Я попробую, записался. Но это маловероятно. Да-да-да, ловушечка. Просто я думал, может, знаете, перед падением его схватить и благодаря ему воскреснуть. Не, так не получится. Ну, что поведаешь? Так, это ты что-то новое говоришь, да? А вы отлично поработали, чтобы зайти так далеко. Однако вы никогда не сможете открыть проход на пятый этаж своим уровнем магии. Это ты так думаешь? Так, зеркало здесь о нем то же самое говорит. Да. То есть он сразу в нескольких местах. А может быть, это просто все его голограммы или клоны, или еще что-то. Это не собьет нас с толку. Так, я не очень пойму. Еще раз это понял. Тогда сюда. Стоять, крутить фонарики.
я иду. тысяч у нас. Ну, немного. Головы можно наворачивать под эту музыку. Накручивать, я бы сказал. Телепорт. И куда он нас доставит? Нас вернуло обратно на третий уровень, друзья. Вот так. Ну хорошо, будем знать. Я просто после слов этого темного мага сразу понял, что так просто на пятый нам не попасть. Все-таки надо было сделать, что если они падают на вас, то наносят урон. Сколько? 97. Это много. И вот опять 97. Все, теперь идем туда, где была кнопка. Ого. Сюда я не поднимался. Меч бастарда. Это с противоположной стороны, понял. Понял. Так. Закрыто. Тут прям жестко вообще. Ничего не открывается нашими ключами. Даже как-то невежливо. Здесь я бывал. Это как песня, помните? Вспомнил, где я не был, а тут я вспомнил, где я был. О чем мечтал, остановиться мне бы. Но я всю жизнь играл. Пу-пу-пум. Вроде я куда нужно пришел. Да, теперь мне надо вот сюда. Он подцепил, но можно было не цеплять, ну серьезно. Слушайте, тут какие-то классные штуки валяются. Вот еще великий шлем. Это я, видно, оттуда пускал.
магию сюда. Я здесь пацанов покосила. Хотя нет, не сюда мне надо. Ну ладно, раз уже поднялись, шлем взяли. С той стороны у нас был меч бастарда. Ну хватит, хватит болеть. Слушай, что-то я не пойму, дядька. Куда меня заносит постоянно? И следующий нужен. Сюда ведь? Ну точно сюда. Все время прямо. Ну да. Как это я тогда промахнулся? Ну ладно. Так, ну заходя туда, мы уже назад не вернемся, только с помощью посоха. Хорошо, что он у нас есть. Давайте даже удостоверимся в этом. Двери, которые открываются кнопкой, потом не открываются с других сторон. Это еще со второго этажа известно. Так, а это... Куда нас приведет? Сейчас сохранимся. Сходим. Так. Не знаю, есть ли там секретный проход. Так, ну да, это мы спускаемся в этот зал. Все понятно. Здесь мы уже не войдем, значит загружаемся. Пока туда не будем идти, потом заберем там этот антидот, ну, растение, которое от яда лечит. Все мои люди мертвы. Да, это мы уже видели. Это с другой стороны, что ли? Хотя... Да. Видимо, и с этой, и с той стороны, видите, входы сюда закрыты. Значит, надо идти... Соответственно, вот в тот третий проход. Из него мы, может быть, попадем в это место. Давайте, наверное, просто телепортируемся. И так будет проще всего, да? Так. И пойдем, как он там, Сатурн Шрайн, да, назывался? Шрайн. Ну, шрайн это типа, я храм сказал, храм темпл. Шрайн это святыня, типа. Так. Не-не-не. Так, нам до упора, значит, в конец. Ух, как. Ну, по носу немножко поцарапало, а так... Вроде живой. Непонятно, тут проходы вообще доступны. Тут же закрыто у нас, да? Так, и вот мы попадаем в интересную ситуацию. Все везде закрыто, значит. Надо думать. Отсюда мы не пройдем. Ну тогда надо идти исследовать вот то направление вверху. Мы там с вами еще не все посмотрели. Тогда двигаем.
Мне просто пришлось телепортироваться. По понятным причинам. Прыгающие ребята появились. Ах, думал пройду без урона такой. Но нет. Прям струны рвут. Простите, ребятки. Что я? Этот сундук пробовал открыть? Кажется, тут много крутых сундуков закрытых. Так, у нас будет несколько отдельных частей, когда мы пойдем открывать их все. Нет? Вообще кошмар. Так, надо продвинуться дальше. Какой путь нам в этом поможет? Ахаха. Вот этот. Не туда пошел. Вроде туда. Здесь нет связи. Да. Значит, мне надо в противоположном направлении выдвинуться. Я думал, здесь тоже есть связь. Ее нет. Зацепило. Големы штабелями ложатся перед нашим героем. Надо сейчас будет кушать фрукт. Если вы помните, у нас... О, магия выросла. Высасывает жизнь еще. Кровавая маска, я так понимаю. Я даже не знаю, можно ли умереть от нее. Вот, например, идти. И в итоге... Может быть и можно. Четвертый уровень для меня в первую очередь запомнился прокачкой магии. Прям растет она у нас здесь. Отлично. Пойдем. Так, это обрыв. Это уже, наверное, третья могила, которая за обрывом на этом этаже, и которую нам нужно будет потом с вами изучить.
Так, жизни остается совсем мало. Кушаем тебя. И, ну, я не знаю, сколько нам нужно этой травы съесть, чтобы восполнить жизнь. До 90 скушаю. Так, друзья, снова у нас куча направлений доступна. Давайте посмотрим, где мы. Да, и налево, и направо. Думаю, что мы эти проходы с вами изучим в следующей части. Ну, изучим, как мы любим, на 100%. Поэтому до следующей серии.